Продолжением предыдущей встречи в горосполкоме стал диалог уже на территории аккумуляторного завода. Сюда была организована централизованная доставка всех желающих посмотреть изнутри на построенное производство. Одной из ключевых тем стало функционирование системы вентиляции и очистки отработанных отходов. Мы будем в каком-то формате предоставлять, публиковать и на наших сайтах, и будем ознакомливать обязательно. То есть, да, какая, по большому счету, мы придерживаемся регламента раз в год замены, но для населения важно, с какой периодичностью сейчас нам предписано производить замеры здесь. Тогда мы можем все понимать, какая эффективность. Около 50 человек воспользовались возможностью посетить лично нашумевшее предприятие. На вопросы людей отвечали и представители руководства завода, и эксперты, которые были приглашены на открытую встречу. Среди них как люди, работающие на аналогичных предприятиях республики, так и ученые, которые продолжают наблюдение за заводом. Здесь как бы надо очень серьезно, с использованием в том числе тонких индикаторов, а они есть среди биологических объектов, отслеживать возможные, значит, накопления загрязняющих веществ и на поверхности, и в ассимилирующих органах зеленых растений. Вот. На сегодняшний момент хочу сказать, что нами в 2018 году создана исчерпывающая система локального почвенно-геохимического мониторинга в ареале вот этого предприятия, которая включает 60 пробных площадок по всему периметру. Конечно, наибольшая концентрация создана в пределах санитарно-защитной зоны. Согласно документам, имеющимся на руках сегодня, на заводе планируется к выпуску стартерной аккумуляторной батареи для всех видов транспорта. Здесь будет осуществляться только производство, но не переплавка. Среди участников были те, кого впечатлило производство. Инициативной группы противников строительства на мероприятии не было. Я, в принципе, даже не ожидал, что столько людей захотят посетить нашу встречу. Был один и второй автобус. Люди подъезжали на машинах, я не знаю, там не считали пока людей, но однозначно человек 50, а может и 60 было. Я, в принципе, очень рад, что наши действия, наша открытость, вот, и люди, те люди действительно, которые интересуются экологией, сейчас вот я не видел ангажированности и политизированности в этой встрече. Люди задавали множество вопросов. Множество вопросов мы отвечали, я видел, как меняется тоже и мнение, и некоторых людей мы взяли телефоны еще дополнительно, предоставлены какие-то данные, предоставим еще и презентации, и еще какие-либо документы, которые там они захотят увидеть. Тем, кто не смог быть, но хотел бы посетить предприятие лично, такой шанс предоставят. Для этого необходимо обратиться в администрацию завода. По мере поступления заявок будут формироваться группы для проведения экскурсий с подробным комментарием.